Хорошо в лесу дремучим. Красота. Если мне память не изменяет, здесь где-то должен стоять цыганский табор. Сейчас мы его поищем. Доброго дня. Я свидание там собаки, сейчас они мне устроят. Вау. Еще один. Скрыться. Ага, теперь погоняйся со мной. Ну чего, не хочешь гоняться, теперь я тебя погоняю. По асфальту. Молодцы, службу несут. Что он мне сказал, этот цыган? Буэнос диас, мне показалось, что это по-испански. И на чисто испанском языке. Вау! Вот вы где! Ну давай! Давай! Давай, 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 давай! Чё ты так вяло скачешь? Эй, ты пушкан! Не хочешь гоняться? Буэнос диас. Мучо грасиас. Живут себе беззаботно люди. Ну, детки, прям прелесть. Настоящие маугли. Только почему-то не висят на ветках. Если бы они еще висели на ветках, совсем как бы цельно создавался бы цельный образ, художественное единство было бы соблюдено.